Thank you very much. Range Dead Sex, судя по всему, и Владик. Сегодня салют благодарности за донатную поддержку вне стримов отправляются вам. Я тоже жду, когда выйдет наконец МВ3. Осталась всего одна неделя, и мы с вами послушаем божественный голос моей любимой Лосвилл. Всем приятного просмотра. Здорово, с вами Спектр. Где-то 5 лет назад я выпускал видеоролик, который был удален с моего канала. Этот видеоролик был посвящен миссии «Ни слова по-русски», в котором я сделал детальный анализ данного задания. Я рассказал, почему эта миссия является одной из самых лучших вообще в серии Call of Duty. И вы сейчас не подумайте, не подумайте. Этот видеоролик касался только сюжетной линии Call of Duty. Почему эта миссия в принципе идеально раскрыла сюжет Modern Warfare 2. Естественно, все, что в ней происходит, конечно, крайне осудительно и осуждаемо до сих пор. Базару просто ноль. Смешнее всего, что видос был удален за музыку Ханса Циммера. Да, это к слову, кстати. Так вот, и вчера внезапно я устроил себе выходной и подумал в этот день. А ведь помимо миссии «Ни слова по-русски» существует за 20-летнюю сессию, так скажем, длительную, да, в серии Call of Duty, немало случаев, когда игра действительно блокировалась из-за каких-то заданий, из-за каких-то особенностей, может быть, касаемо мультиплеера. И вот сегодня о таких вещах мы с вами поговорим. То есть попробуем копнуть чуть глубже, чем в No Russian, и узнаем, что там случилось с другими странами в плане данной серии игр. Не забывайте про лайки, также подписывайтесь на канал, если вы тут впервые, видеоролики выходят ежедневно. Ну и давайте потихонечку начинать. Начнем мы сегодня с довольно забавного факта, а именно рассмотрим страну Бельгия, в которой была заблокирована Call of Duty Mobile. Это чисто полная онлайн игра. Но однако именно эта часть была заблокирована в связи с законом о гэмблинге, который там присутствует. То есть, если вы используете в своих видеоиграх лутбоксы, чем и чревато, да, Call of Duty Mobile, данная игра будет заблокирована. Я почитал в интернете, что такому подвергалась даже FIFA, Gears of War и даже Mario Kart. Это, честно говоря, было очень удивительно для меня. Таким образом, за такое маленькое кощунство, конечно, вся серия игр не была забанена, а я напомню, что лутбоксы-то впервые еще с Advanced Warfare появились. Только не говорите об этом никому из бельгийцев, иначе, начиная с этой части, все Call of Duty подлежат полной блокировке. Самое главное, чтобы этому всему не подверглась новая МВ3, как вы понимаете. А ведь она выходит уже через одну неделю. И если вы не хотите ее покупать, то ее можно получить на халяву. Где? Правильно, в телеграм-канале Код Intel. Сейчас там происходит розыгрыш 3 эквивалентов стоимости Call of Duty Modern Warfare 3. В розыгрыше может принять участие абсолютно каждый. Помимо того, что там происходит данное событие, сам канал славится еще и показом прекрасных сборок для той же самой Warzone, если вы катаете, обсуждением Call of Duty новостей, а также там всегда можно найти тиммейта для побегушек на вечер, если вдруг вам приспичит. Но самое главное, успейте участвовать в конкурсе, поскольку он уже скоро закончится. Напоминаю, 3 ноября выходит уже ранний доступ компании этой колды. Ссылка на телегу Код Intel в описании. Участвуйте, выигрывайте. Китай. Блокировка Call of Duty Black Ops Cold War. Вообще для меня было достаточно странным, потому что в 2020 году я пропустил эту новость мимо своих ушей, однако релизный трейлер Call of Duty Black Ops Cold War был заблокирован на территории Китая. Связано это с небезызвестной сценой, которая была показана в этом самом релизном трейлере, и после этого, естественно, схватилась волна негодований. Такое, конечно, происходит с более новыми частями, об этом будет еще отдельный разговор чуть дальше по ролику, однако, как я понимаю, сама Black Ops Cold War, на удивление, была в итоге доступна, потому что само задания, силы, которые принимают участие в данном сюжете, никак не были связаны с этой стороной. То есть из-за одного единственного кадра китайцы не увидели тот самый релизный трейлер, который был многообещающим, потому что Cold War, как по мне, получилась достаточно интересной частью Call of Duty. Тем не менее, подобных случаев в плане трейлера я уже точно не припомню. На что для меня было действительно новостью, так это блокировка целой игры. Call of Duty Black Ops 2. Как вы помните, в сюжетке Call of Duty Black Ops 2 фигурировала действительно настоящая жившая личность, это Мануэль Нориега. Встречается он в четвертом задании, где спасает будущего антагониста Рауля Менендеса от казни, и затем в 9-й миссии «Страдай как я» он принимает участие в убийстве Алекса Мейсона. Все зависит от того, какую сторону, вернее, какую часть тела, скорее, выберет игрок. Показательнее всего то, что сцены с Нориегой в 4-м и 9-м задании заставили руководство Панамы действительно подумать, а нужна ли для показа данная игрушка в целом. Хотя, учитывая, что страна не такая уж и большая, думаю, разработчики Call of Duty не сильно таки обиделись на этот счет. В целом, я думаю, предъявили даже больше не за Мануэля Нориегу, а в целом из-за того, что шло какое-либо упоминание даже войны США с Панамой в сюжете этой игры. Хоть это и фигурирует буквально в 15% основного квеста. Например, для меня было загадкой, когда я нашел информацию по поводу Cold War. Так давайте же вспомним, что в той же самой Black Ops 2 существовал такой чувак под именем Тянь Джао, который представлял китайскую армию, который, кстати, при прохождении дополнительных заданий переводит часть войск под себя, и Дэвиду Мейсону придется в виде дополнительного задания даже
устранить генерала Джао. Есть такой момент, что игра не была заблокирована. Однако, помимо Панамы, этой цензуре подверглась игра еще и в Пакистане. Естественно, на этот факт повлияло сразу несколько заданий. Учитывая, что в начале карьеры Мейсон и Вуд спасали те или иные страны от терроризма, например, напоминаю, что была третья миссия, где еще даже молоденький Джао вместе с нами скакал на лошадях, также дополнительные задания проходили в тех самых регионах, о которых шла речь. Также я напоминаю, что сюжетная миссия «Падший ангел» проходит в это время в Пакистане. Естественно, для разработчиков это показалось идеальной страной для того, чтобы поставить Дефалка и Менендеса примерно в одну связку. Это и повлияло на блокировку данной игры в данной стране. Однако этот факт опять же прошел мимо меня, возможно, это просто был 2012 год, и тогда я ничем не интересовался. С другой стороны, есть ли в этом хоть доля логики? Ну, в принципе, решать, как говорится, не нам, но тем не менее, факт остается фактом, в Call of Duty Black Ops 2 в данных странах поиграть, к сожалению, невозможно. Узбекистан и Call of Duty Black Ops 1. Еще одна довольно интересная новость, которую мне удалось раскопать, но больше всего я скорее думал именно над подводкой. Почему именно первый Black Ops и именно Узбекистан? На самом деле, ответ был довольно прост. Это стандартное правило, касающееся цензуры, то есть здесь не нужно было искать какую-то конкретную четвертую стену. Пропаганда насилия, порнография... Ну и, естественно, мой любимый пункт — social and political stability. Естественно, меня напрягло то, что во время сюжетки первого Black Ops Узбекистан сам по себе, по-моему, не имел никакого отношения к основному сюжету, скорее там фигурировал Вьетнам. Первая часть Black Ops в этом плане далеко и надолго улетела в данной стране. Хотя, кстати, есть интересный вопрос, вот перечисляя подобные факты. А может быть сейчас-то с ними все нормально? Или они просто являются под цензорством каким-то? Сразу стоит упомянуть еще пару стран с огромным цензором. Естественно, Call of Duty Black Ops. Удивительно, но это опять первая часть, и под этот момент попали Япония и Австралия. Но опять же упоминаю этот пункт из-за самой цензуры, которая имеется в данных странах. Думаю, в этом плане мы отныне разобрались. Интересный случай произошел с Call of Duty Mobile. То, что я описывал буквально в первом пункте. Но в этот раз это страна Иран. Данная часть Call of Duty была заблокирована просто так. То есть пункт так и гласит. Unspecific reasons. То есть нет никаких причин. Однако есть небольшая подпись. Скорее всего, это связано с санкционной политикой Соединенных Штатов против Ирана. Но почему именно там заблокировали Call of Duty Mobile, до сих пор для меня является загадкой. То есть технически в другие части поиграть возможно. Это очень странная система. Я говорю, когда я влез в цензор-систему различного рода стран, я был удивлен больше тому, что конкретной описи нет, почему блокируют те или иные игры. То есть если в случае со вторым Black Ops докопаться еще можно, в остальном случае все достаточно странно. Ну что, друзья, теперь лакомый кусочек. Наконец-то мы до него добрались. Call of Duty Modern Warfare 2. Но начать это дело я не хотел бы с очередного пересказа миссии ни слова по-русски, а с напоминания небольшого факта. Так как скоро у нас с вами выходит MV3 и в бете на карте Favela я уже проверил одну интересную особенность, я напомню, что на своем канале я когда-то разбирал Айсберг, и многие люди узнали об этом факте именно оттуда. Карта Favela в мультиплеере Modern Warfare 2, как бы помягче сказать, имела неосторожную религиозную пасхалочку или даже шуточку, когда над унитазом висела картина с подписью в рамке, посвященная, давайте скажем, просто религиозной тематике. После этого всего пошел ряд осуждений, это все дошло до того, что карта Favela была снята с официального поиска Modern Warfare 2. Пользователи настолько сильно возмутились этим моментом, что отныне, даже на официальных серверах на момент 23-го года, карт Favela встретить нельзя. Хотя в теории, учитывая статус хак-серверов в оригинальной MV2, может быть эту штуку даже уже восстановили, но последнее, где я на ней мог играть, это на серваках пиратских типа IW4X. Как я и говорил, данный момент был устранен уже в новой модели Modern Warfare 3, поэтому на этот счет переживать не стоит. Однако это бан, который длится уже более 10 лет, что достаточно знаково для данной серии. Следующий момент — это, естественно, ни слова по-русски. Почему я очень мало о ней говорил? Потому что все и так знают про эту миссию. Цензорство, по-моему, в Германии достигло того, что данное задание не проходится, если вы стреляете по гражданским, то есть вам высветится специальная надпись, мол, зачем вы это делаете, если в этот момент вы можете просто стоять на месте, а лучше всего вообще отвернуться от данной толпы. Миссия ни слова по-русски — это один огромный резонанс, который, с одной стороны, показал, как должен выглядеть террористический акт в игровой индустрии, почему мы должны ненавидеть заранее главного антагониста, несмотря на то, что он технически появляется только в этой миссии. То есть, думайтесь, мы Макарова не увидим уже до конца сюжета в целом. Там загвоздка у сюжетки немного другая. Ну и, конечно же, вспоминаем про то, что российская версия Modern Warfare 2, то же самое касается ремастерит версии, подверглись цензуре в плане того, что эти миссии были полностью
полностью вырезаны из игры. Можно их вернуть, докачав определенный файл и изменив один параметр. Если раньше вам, к примеру, предлагалась, наконец, функция, это, скажем так, допатч Steam версии, в общем, я бы это назвал, да, где вы можете в самом начале, в главном меню, выбрать пункт, мол, да, в этой игре есть миссия, которая может задеть мои чувства, я желаю ее пропустить. Или, если она не заденет ваши чувства, вас спросят еще два раза, и после этого начнется уже основная сюжетная линия. Более того, я вам скажу, миссию «Ни слова по-русски» — это уникальный случай в Modern Warfare линейке, когда ее можно пропустить во время прохождения. А также она не дает никакие проценты в статистику, то есть если вы ее не пройдете, вы абсолютно ничего не потеряете. На ней даже нет ни одного ноутбука, который влияет на 100% прохождение кампании или выбивание всех достижений в игре. Однако, что в плане оригинальной версии, но это было не ново, что в плане ремастера, уже давно, по-моему, даже в первую неделю появились гайды, как в ремастер вернуть это самое задание, и делается это не так уж и сложно. Больше всего меня побеспокоило то, что миссия была полностью переведена в этой самой ремастерит версии. Поэтому в этом случае ничего не говорим. Ну и, естественно, нельзя не упомянуть момент с МВ-19, а опять же пропаганда, которая началась именно с третьей сюжетной миссии. Ну и самое главное, еще пара пунктов, это применение белого фосфора, которое присутствует уже с первых минут игры, то есть технически первая миссия даже уже является запрещенной в каком-то плане. Ну и, конечно, не стоит забывать про момент с тем самым шоссе из восьмой миссии, где с помощью снайперской винтовки наш главный герой Алекс должен обеспечивать поддержку сил кого там, урзакстанцев, по-моему, да, или как они называются, я, если честно, уже мало помню этот момент. Осуждение осуждениями, но игра была снята в плане PlayStation версии, а именно дисковых копий на территории РФ. Но в целом, я даже помню момент, когда я ее брал, она не подвергалась никакому запрету и никакой цензуре в плане именно ПК-версии, которую я, соответственно, и приобрел. То есть технические ограничения были наложены только на PS-ку. И это, я думаю, были самые такие яркие случаи запреток в серии Call of Duty. Такой вот сегодня получился небольшой ролик, очень, конечно, позитивный к выходу Modern Warfare 3, но на самом деле, ребят, посмотрим, что еще будет там, потому что новостные сводки, то, что там будет показано, ой, у нас еще все будет впереди в этом плане. Надеюсь, вам понравился ролик, с вами был Спектр, надеюсь, узнали что-то новое. Спасибо вам за лайки, подписывайтесь на канал, если вы тут впервые, ну и услышимся. Всем удачи, не болейте, пока-пока.